Торжественные мероприятия, посвященные 9 мая, начались в Парке Победы. Абакан открылась вахта памяти. Ее по традиции несут городские школьники. Отряды сменяют друг друга каждые 15 минут, и этот порядок не могут нарушить ни погода, ни гуляющие по парку горожане. Вахта памяти – это давняя традиция, она прописана в уставе города. Из Абакана ушли на войну больше 18 тысяч человек, свыше 5 тысяч домой не вернулись. Для меня это большая честь. Я считаю, что нужно гордиться своими родственниками. Я, чтобы отдать дань уважения своим предкам, которые воевали за нас, благодаря которым я сейчас тут стою. Это гордость для меня, как для потомка моего дедушки. Мы не забыли, мы помним. Это приятно. С большой гордостью и патриотизмом прям в душе все запало. Волнение подходящее время, потому что очень много людей, как бы хочется показать все, что мы можем. Время прилетает незаметно, потому что в голове прокручиваются такие мысли, как вот я стою на этом посте, я сохраняю честь своих предков, которые отдали свою жизнь для наше мирное небо. Сохраняешь для подрастающего поколения, которое на это все смотрит.